Що хотів сказати всім своїм підписчикам, кінотам, привіт від Сидора. Могу помагати чи нятки свої. Ну не зараз не зможу, бо немає тіба камери. Нічого не буде видно. Не знаю. Зараз оце на повалюю ви том рейдер. Ну, нормальна ігра. Я ніколи взагалі про ігри не хейтю, но ігра кльова. Мені вона щось подобається. Якось так чуть. Може не сильно подобається, ну, головне, що вона мені кайфова. Ну, типа Лара Крофт. Я вообще не цього не вот тут зро вот тут зумів, що тут за вот тут типа дрова і якісь лавість, якийсь божець. А ми сюди можемо зайти, ми можемо тут там дивитися, опыт нам брати. Дуже сильно кльово, круто. Кстати, я уже вообще какие-то там прошел храмы какой-то жизни. Ну, что-то прошел, что-то не прошел. Кстати, я вам скажу, это не самый початок игры цей. Это я уже нормально, ну, прошел, ну, процентів 15 цей игры. Ну, нормальная игра. Я вот что вам, я вам скажу так сильно. Ця була гра в PlayStation Plus на підписці. Ну, далі просто безплатно. Ну, як от типу кажуть, без грошенят. І ще раз хотів сказати всім моїм кіннтам респеки привітики. Что-то я не знаю, мне давно не было каких-то экстримчиков таких, просто не знаю. Игра вроде бы мне понравится, не знаю. Я не хейтер, но мне она в кайф. Можно так чисто. Ион, Пограти. Я внутри храма. Мы тут тоже кое-что нашли. Какие-то цифры. Сейчас их расчищу. Ну не знаю, що ми тут про чистоти, мовчи якась жесть. Опа, мене. Символи повинні совпасти. Тут що тайне є, блин. Так от не от люблю эти, ну как бы я вот люблю эти как бы игры, но с тайнами вообще не люблю. Сейчас что-то надо там затонуть. Цифры на колоннах — это первая половина каких-то дат. Ишчель слева, Чакчель справа. Что-то я там сделал. Я даже не вот знаю что, но как бы не знаю что. Ну, нормально, наверное. Здесь мы Может, можем получится пройти. открыть двери. А как тебе, Я вам уже понял. Тут тоже еще такие тайны есть. Ну не знаю, вообще очень круто, какие-то мы двери открыли. Блин, тут тоже оказывается каких-то тайн. Может, получится открыть двери. Так что получится? Ни хрена у нас, наверное, не вот получится. Вниз. Да не, ничего у нас тут не вот тут получается. А ну-ка, сто тупо ямба. Ага, я понял. Там 3 и 3, и вот 4 и 3 эти. Все понял. Вот он компьютерный. Сейчас делаю. Это типа игры.
буде. Ага. Що воно тут не буде? Що ми можемо? Тут на тройки, на 24. Все. Спокійно. А Лара тут прийнята. Лара тут шарить тему. Так. Я не знаю, що нам тупо треба добити. Тут на тупо тройки поставлено. І тут на от четверки. А, так нам може двері вже і от тупо прийду. Звісно ж, да. Комп'ютерні ігри. Хто воду пролив на мене? Чорт, могла догадатися. Це ми. Тільки убігай, Ларочка, убігай. Ага. Що це за вот завод трибним кол? Що за вот прикол, що двері так от відкрились? А як же мені туди пройти? А, типа здохли мене. Який жук мене повів. Ладно. Не сильно викайці. Ладно, сейчас мы пойдем. Shadow of the Tomb Raider. Классная игра. Я не люблю такие, конечно, завод-гадки. Не знаю, ну что тут, ну, вот, там, делать? Ну, блин, я тебя вот реально вот не знаю. Это разве что не могла догадаться. Хорош ты все. Ну и что? То упал мост какой-то. Нет, тут мост есть. Так і тут є мост, блин. Так і що далі, блин? Надо подобрати символи. Так с... Символи, понял. А, тут нижні. Вот в чому прибринков. Стоямба. Стоямба, я сейчас понял, все. Стоямба. А, ну тут так. Ну я не знаю, вот три таких идут или два таких. Вот три таких или два таких. И вот стоит трое. Тут что стоит? Тут то же самое, типа, блин. Це дуже чудово. Чого-то я взагалі нічого не можу зрозуміти. А, сорі. Нижній тут на 3 дня. Нижній где-то, ну, на 3, 1 і 3. Если так все по вот тут смотреть, по вот и годнари, значит так. Не. Не. Тёть. Черничка. Так что за прикол? Что-то я не вот понял, как наверх поводят. По-любому, но мы что-то делать не то. Бляха, муха. Бля, да как сделать то вот тут координацию? Сам не могу вот тут понять, что вот тут то, что тут вообще нет то. И оно переключается R там 1, R2, блин.
Не, все равно ну низ этот на рыбовании. Да не, низ на ладно. Видно. Чё-то ни хрена не могу понять. Вам скажу, вот от братова. Блядь, а чё я тут все нормально так вот поту поставил? Блять, что же он сейчас зайдёт нахуй? Ёбнись нахуй. А, я все это потом круто сделал. Вот, еще одна дверь. Сидрик. Неужели еще не все? Тут еще одна дверь. Ёкот мой, вот этот макарёк. Блин, тут две тупо дверные дыры. Я вот уже это понял. Разница там не разница. Они там носы вот тут три. Капец, это просто капец. Да нет, тут мы открыли, а что мы тут не открыли? А, я понял, что-то мы... ну да. Вообще, мы что-то тут не открыли. Должно быть три, наверное. Должно быть три, наверное. Ну, сто, блин, фунтов. Ну, я не знаю, конечно. Ну, вообще будет жесть, если я обратно не вот, покрою эту дверь. Черт, могла догадаться. Обошлось. Ага. Блять, так я ж тут уже двери от не открывал. Блять, я ж тупо первые двери открыла. Ну шо за йокот, 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 маблин корёк. Ну и шо дальше? Ну и все, сейчас можем эти двери одну открыть. Что-то монитонно там жали. Что ж не то, даже... Надо подобрать символы. Ну кто ж на символах этих привет уповаливает? А что тут я не могу так... Надо покрутить. Тут три, два таких. Чего внутри тут стоит? Вообще не могу понять. Вообще эти символы переключают. Тут тупо тройки какие-то, там есть очередные тупо тверка. А ну-ка. Бро, ну тут что другого? Тут надо другого подобрать нет. Символы. Другого ни хрена не надо. Yeah.
так поставим, начнем. Все равно в одном уровне там сыграем. Можем ставить. Вообще очень ставить. Эй, Фиона, как успехи? О! Тут не полная дата и изображение чаще. Здесь две даты и Ишчель. Кажется, левую дату я где-то видела. Фонтенска сумели. Может, это ответ? Что я не могу вообще это вот отпаду понять? В долгом календаре мая у всех дат по 5 чисел. Вот это число повреждено. Оно похоже на 13. Но если на самом деле это 8, то разница составит 2000 лет. И тогда созвездия будут располагаться совсем по-другому. Таким образом, звездная дорога ведет на запад, в Перу. Что мне твоя вот тут? Бедное оружие. Блин, а в чем тупо кайф, что надо здесь сделать? А, я пока не вот чего тут не возробив. Буде клево, не... Фото искосумели. Может, это ответ? Надо посмотреть фотографии. Да. Тройку ставлю. Падла, блин. Тройки нема. Да нет, тут тоже трогать нельзя. Да нет, тут... Я вот не знаю, тут все видно. Нет, тут вообще трогать нельзя. Фото из Касумели. Может, это ответ? Иона, какая последняя цифра у Чакчей? Поперечная линия и две точки сверху. 7, наверное. Спасибо. Где это потом себе? Очень клево. Слава богу, мы их прожили. Сейчас пойдем дальше.
Я не знаю, что вам сказать. Наверное, мы дошли до какой-то гроботниц. Я что-то вот возьму. Что-то нам начало изменкать, это, наверное, кто-то меня вспомнил. Ну, пойдем сейчас еще там раз посмотрим. А, еще что-то тут есть. Уже кайф нам повод смотреть. Тупо Ларочка сейчас все увидит. Нормальная такая, зайчик такой. Фиона. О, где он? Привет. А, это Кенни ждет. Это Эбби. О, привет, Эбби. Я нашла фреску. На ней, похоже, изображено путешествие. Вход через пасть ягуара, вслед за змеем к серебряному оку. Серебряный. По пути паук. И орел, что поднимается к храму. Ну, насчет остального не скажу, но пасть ягуара в этой стороне. Правда? Да. Статуя кошки. Большие зубы. А, вот и он. Лара, все нормально? Да, я возвращаюсь. Отлично. Тебе это понравится. Ну, не знаю, що він нам ото сказав. Десь кудись треба не могу чухати понять, что это значит. Далі. Лара не може тут поняти. А тут що, теж не може поняти. Блин, я не знаю, вроде би гра. Ну, типа кльовенька. Ну, наверное, нормально. Интересно. Не нажимай, Лара. Не нажимай. Что ты сделала? Щось мені дали в кількості, типу бонусах, ну я так поняв. А, що я ще взяти, хочу передати всім своїм кінотам привітики. Привітики. Вадусику, Апанасенку, Константиновичу. А ще кому я передам привіт? А, звісно ж. Ну, не знаю, кому сказати. У мене ще є бабо-тодгацька моїх от кінгентов подпільщиків. Типа Вітіку, звісно, треба передати перед Віті. Віті, він там пише, от диплом уже зробив, вже, мабуть, диплом. А, я не от туди от пішов. Що-то я говорився. Короче, всім нашим кентам передати привіт. А, і самий головний привіт хочеться передати цій малишечці красивій Людмилі Іванівні. Кстати, я дуже хочеться передати привіт, вона по телефону чує. Мені так хочеться просто їй передати привіт. А що ж, типа кльовенька, вона завжди буде кльовенька. Вона всю життя буде кльовенька, так, мабуть. Вона, як вона, по типу, ходу, як Крофт. Лара Крофт, типу. Кстати, я не знаю, куда тут нам надо идти. А, надо вниз плыть, все понял. Сидрик понял.
Поехали. Что-то какие-то тут, блядь, игра такая тоже, блядь. Жесть, ну как бы небо тот же жесть оттекованная, какая-то такая. Где-то надо плыть, блядь, хрен знает, ку, блин, да. Ты сможешь проплыть, блин, плывешь. Да вот у вас подушка карбенма. Воздушный карманчик тут есть. Ларочка такая, сосочка. Нормально. Короче, я всем передал вот тот приблин вет. Да, наверное. Бля, что рыбы какие-то меня жрут, блядь, я же не знал, что какие-то еще рыбы тут жрут. Ни хрена ж себе, блин. Ну что за рейдер, блядь. Что рыба какая-то меня за, блин, вот тут грызет, блядь. Так это вообще какая-то жесть, блядь. Ребята, вы вот компьютерные делаете игры, то делайте типа классных. Делайте их вообще топовыми. Не такими злыми вообще, но вы же не делаете игру как повод серии Dark Souls. Чуваку мне давайте, что их надо приду победить, это, блядь. А я провод бачаюсь. Мать потоки, на это надо. Ах, что говорить вам, Кенни, блядь. Блять, обратно на меня нам отпали эти рыбы, пираньи, наверное. Ну вот такая, блин, песня. Ну что за, блин, прибринкол этой игры? Ну, блин, напали какие-то пираньи. Могу бить опять вот этот штемпов. Ну напали какие-то пираньи. Розрабы. Ну розу тупо рабы этой. Не знаю, вы ж. Ну вы не работаете с вот тут Ubisoft. Блин, ну тупо чувачки, ну немножко. Умеете играть в компьютерные игры? Да не имеет, конечно, говорят. Просто что, блин, сам факт, что сейчас какой-то, блядь, какие-то чмы, блин, рипы тупо жрут, а тут вот все. Сейчас меня зажрут, блядь. Я не с этого правился, вы вот тут кусты. Все, блядь, я это вижу. Ну грустно, да. Ну давно давайте буду играть. Ну не знаю. Буду очень долго играть. Ларочку будем смотреть, тупо Ларочку. Лара Крофт вообще топчик. Кстати, фильм на ну, вот тут сматривал. Смотрите, обратно плывут эти чмы Минри. Бля, чё они на меня сейчас вот на дуб попадают? Короче, я это понял, надо что-то по-другому тут делать вообще. Вот от брат вахту, на тупо стриме подот, скажите, как где-то сделать повод другому. Вообще жесть какая-то, блин. Ну я не знаю. Ну очень реальная жесть. Вообще очень реальная жесть. Что здесь тупо делать? Я не знаю. Вообще не знаю. Не то, что не знаю, вообще не знаю. Смотреть, как ты за вот убивают Ларочку, она же красивая. Кстати, она очень красивая тоже, наверное, по жизни, она еще очень крутая. И я не сравниваю с его вот женой Брэда Питта. Но я имею в виду, что по вот компьютерной игре она совсем другая. Ну, не такая, как жена Брэда Питта. Она совсем от Друмлинга, наверное, по игре. Ну, совсем как я видел где-то на Элблин Бэд это. Или не знаю. Или приехал в там, Киев, там видел такую тупо девушку похожую, такую же вот гравоцивую. Да. Но это не Брэда Питта жена. Она снималась только в этом кине. Кстати, может, она очень хорошо сыграла эту роль. Очень клево сыграла роль. Ну, даже не то, что очень клево, ну, в принципе, народ нормально. Ну, мы же не... Если бы я с ним... если бы я, конечно, в каких-то там фильмах с ним отмался. Да, может, был я бы тоже что-то там другое думал бы. Не, я не отмаюсь в его фильмах. Мне, честно, фильмы, может, какой-то кайф дают, ну, чисто нет. Я, тупо...
Дуже сильно люблю комп'ютерні ігри. Топові. Оце я дуже люблю, це пограти в кров, там, я не знаю, по там, де добавитися когось, там різати, придбити. Ну, такі в комп'ютерних ігри. Я це дуже кайфую. Я вам скажу, даже, как би всім зараз, от, хто дивиться, хто не там дивиться, хто може з якимось там часом подивитися. Хлопці і дівчата. Люботобіть, ну, я вам скажу, своїх от людей і цініть тих людей, які з вами є. І дуже сильно ще цініть, яка людина вам не то, що повотмагає, а дуже діле полезне. Я чисто повотросіянськи зараз сказав. Це дуже важливо. Ти довжен комусь бути в тот житті. Ну, як кажуть, полезним. Ну, я не знаю, як сказати по, ну, не знаю, як сказати по-українськи, типа полезним. Ти довжен комусь щось допомагати, типу, чи не допомагати, ну, коротше, отак. Ви вдарені, ніхто мені що поможе. Ніхто не допомагає, то Лара Крофт плаває, вона ще буде плавати. Може і пол до полу до часа. Чисто круть. Вообще дуже класно. Я от не знаю. Я вообще вот тут кайо тут фую. Ладно, давайте что-то будем делать, бо мы ж. Вообще какая-то жесть, бабуля. А, блядь. Блядь, чего не обратно на меня? Ну, вообще обратно вот напали. Ну, блядь, вот напали. Какого хрена? Блядь, ну я вообще, или я притуповаленный, я не знаю. Сейчас вообще не, не вот будем, может, и играть тогда. Ладно, ну, сто, блин, А, тут можно и так вот пройти. Бляха-муха. Все, короче, вообще не знаю, что за разот рабы. Кто хлопает над наших вот пацанов, вот, блин, вот пацанов здесь на компьютерной. Ну капец, ну вообще, вообще притупокал здесь. Комод пани, не знаю, там Sony. Блядь, чего они на меня сразу вот нападают? Я даже ничего не там делаю. Ну, блядь, вообще какой-то, блядь, ну, чисто или прибринкол, блин. Блин, я вообще даже ни вот хрена не дуподелаю. А, все, я, наверное, понял. Все, я вот понял. Наверное, надо задуплеть в эти вот от говнино, все. Вот что раз тупорабы дедом делают. Залезь в то говно, в ту зелень, блин. Чтоб никто типа тебя не типа видел, типа Ося, блин. Ну, Лара Крофтская, ну, офигенная, и, блин, игра. Блять, куда мне хоть вот при, блин, плывсти? Чтоб мне тупо дохла Крофт. Сдохла, где-то там сдохла то Лара Крофт, блин. Ёкотма, блин, корёк. Ну не знаю, что он говорит, бро. Блин, или я чуть-чуть, не знаю, прийти поваленный. Куда надо? Она же вниз. Она сказала вниз, блядь. Хуяр вниз, блядь. Потом где там? Хуярит. Ну он туда же, блядь. Карблин Ман. Все, я уже на, блин, нашел. Крутая игра.
карман живот на еду? Ну, найду. Кстати, всем кентам своим привет. Очень всем стримчикам, ну, говорю, с его стримчиком, с его тримером тоже передаю привет. Они очень клевые. Блин, что наверх на нашем? Да ёкот макарёк, иди на, блин, вверх, тётя, блин. Да что за приблин кол это с вот компьютерной графикой? Аллилуйя! Аллилуйя компьютерным играм. Топчиком, Вася. Ну, блядь, реально, ну это вообще, это ж... Это так можно? Типа нервы все эти, типа, вот, тратить. Угу. Ещё нам вот отбери это. Да не, я вот очень люблю такую игру. Где там ещё и что там, что-то взял? Та ёкот, мо, блин, вот тот корёк. А, всё. Ёкот, мо, блин, корёк. Не, игра клёвая. Я же на стриме сижу, знаешь. Не, она не то, что клёвая, она топовая. Игра классная, офигенный вот тот градуфон. Опа! Чмари, сука, какие-то есть. Нет места, ничего не могу взять. Блин, чё нема места, блин? Место, место, блин. Валом, блин. О, все, буду типа банда. Банда моя, тупо банда. У меня нет столько места. Блин, куда мне идти надо? А, я понял. Тут я был, типа, Вася. Ладно, бро. База. База, ответьте. Сейчас по чуваков будем этих приваливать. База, срочно нужно подкрепление. Надеюсь, выжили не мы одни. Давай, давай. Твою мать, твою мать! База. Штаб, кто-нибудь. Надеюсь, выжили не мы одни. Давай, давай. Твою мать! База, срочно нужно подкрепление. Надеюсь, выжили не мы одни. База, штаб, кто-нибудь.
Твою мать! Твою мать! Давай, давай! Надеюсь, выжили не мы одни. База, срочно нужно подкрепление. Твою мать! Твою мать! База, штаб, кто-нибудь? Надеюсь, выжили не мы одни. Давай, давай. Твою мать! Твою мать! Ну, я не знаю, гайз. Сейчас нормальных тут притупованных уже там есть. Надеюсь, выжили не мы одни. Вася, мы прыгаем, делаем, как вот жладу баба. Потому что мы топчики. Сейчас этого, сейчас тупо это тупо придет, тупо это сейчас смог прыгнуть. Кстати, он не знает, кому он стреляет, но он вообще по, блядь, по его игре, он тупо Вася. Не знает, кому он стреляет. А мы же тупо убили этого Васю и забрали у него деньги. Миллионы долларов США. До этого мы сейчас вот три вот бьем. Я ж вам по вот казы. Опа, Вася, иди сюда, красавчик ты. Гусяра, конченый. Короче, что нам тупо дальше делать, бро? Не, это ж не бро, это ж тупо Ларочка наша. Тупо Ларочка Крофт. Офигенная игра, не знаю, что тут его за... Аню, а ну, я хочу тут стоять и вот показать. Ну кто за вот тот Хей, вот эти, какие-то эти игры. Ну вот такие игры, смотрите, какие игры, ну не знаю, тут пальмы, не знаю, какое-то небо, горы какие-то. Очень крутая игра, офигенная игра, тот игра, ну люди вот работали. Там добавляли свою, как бы, ну, хоть чтобы передать. Ну вот посмотрите на водопад. Классная ДП игра, топчик. Топчик. Может, она немножко по-другому там, может, кто-то по-другому играет, но она офигенная игра. Черт, я потерял рацию, бавай. Ай, блин, сейчас начнется мне. Козлов тут прибендевал. Ларочка, смотри, какая тупо Ларочка. Нет, это тупо Вася, это какой-то гусь. Чмошник. Слава богу, все же это какой-то кот. Чего? Я тупо гуар. Да я вот гуарчик съел. А Ларочка тупо сосочка какая. Опа, Вася. Подкрепление в пути. А, ну, мы чмошник. Да это страшно идти. Господу в морде не будет нам вот туда добывать. Что-то вот нашел ее. А, кстати, что я не заберу все это? Что-то я задупо стал, наверное. Ну бывает, так компьютерные игры можно и засать. Не знаю, где-то за мной. Тихо, успокойся. Расскажешь, что случилось. Я видел. Ого, тут долбоебиков дохуя. Эй, давайте повнимательнее. Они напали. С криками. Кости. Все кончено. Ты жив. Я, блин, я вам честно скажу. Все вот хорошо, вот топ игры, вот. Сам от кайф, то игра, что ты сейчас вот этого чувака вот так вот хопал, ну у вас есть. Конец.
все кончено. И нашел какой-то яр там. И вот тут будем тупо ждать. А я похавать что-то себе вот. Ну, кстати, нам у меня... просто нужно дождаться подкрепления. Хилок у меня уже... Ну, не то, что там много, у меня их мало. Хилок у меня тут так... Так мало. Я никогда не думал, что, ну... Это не, кстати, не вот соус игры. Вот в соус играх хилок бывает... Бывает порой очень мало. Даже... Ну, под, ну, по таким ну, компьютерным играм, как Bloodborne, там Souls игры. Это, конечно, вот смотрите, идет гусь. Сейчас мы его, хопа, Вася, иди сюда. А что я вам сказал, братва? Вася, не допустит. За дополнительно меня отметили. Хотел, чтобы мне за вот это отметили. Да нихуя у меня, сука, вот не будет. А, нельзя вот на то потюкаться. Блин, я сдох. Ну ё, ну ёкотма, блин, откорёк. Ну блин, вроде бы шумею, шарю. Ну ёкма, ёкмакарёк. Ну нельзя это по Сидрику. Где-то по вот... Сыпло дохнуть на таком мод говне. Отряд бета, подмога в пути. Подмога в пути. Блин, кстати, да, сейчас дойду, все. Что никто меня не допишет, ничего никто не говорит. Тихо, успокойся. Расскажи, что случилось. Я видел когти, зубы. Это поможет. Эй! Давайте. Бля, кстати, этих чмырей надо по-любому притупо тусить. Кости. Все кончено. Дышим. Боже. Все хорошо? Это вообще скон, чим. Это все, блядь, плюс сам. Мы тут чужие. Если все хоть отчасти так плохо, как он говорит. Все кончено. Дыши. Вот их очень типа много. Вон я, ну, я, ну, можете посмотреть, там три красных и два вот этих таких именно вот тут желтых. Их реально чуть-чуть вот на вот году. Разве что это по этому вот забомбил. Как вот ты чмыря, блин. Блин, так люблю эти игры вообще, я тут пока. Нет места. Ничего не могу взять. Нет места. Мы несем потери! Конечно. Хотите чмы, блин, Ри, чтобы я их за вот тот отметил. Не знаю, блин. Надо поискать там. Повоевать. Ой, я вот провод отбочился. Повоевать с ними. Блин! Жесть. Мне тут убьют. Блин, ну ёк вот мой вот этот корёк. Ну ёк макарёк. Ну Shadows the Tomb Raider. Ну Вайс. Ну красивая игра. Чё Сидрик не может, блин, пройти как-то тут где-то, полазить. Блин, обратно снова иду, ну капец, я терпеть этого не, блин, могу. Ёк-макарёк. Как-то нюха моя сестра кровная говорит. Я видел когти, зубы. Это поможет. Эй, давайте повнимательней. Они напали. С криками. Кости. Все кончено. Дыши. Я все
Все еще вижу их. Меня к такому не готовили! Да, как... Я вот не вот знаю, я как бы все вот понимаю, все как бы вижу. Я, мне она вот напоминает эта игра, а вот тот Сим, че то твердый, когда ты за вот ходишь, посмотрите, и ты сектор. Ходишь быстро, в вот тот рощу, даже не нажимая вот тот кнопки, и ты типа, тебя никто не вот тот видит. Просто смотри, как обнылся Сим. Блять, хлопнул бы тут, блять, вообще очень заклёво. Ну ладно, вот от братва, ну пойдем дальше. Ну и думаю, интереснее же кайф тупой игры в том, что мы не можем, придется пробиваться. Эх, типа стелс. Меня, ну я как бы стелс, это одно убиваешь, блять. Вот тут вот дубкалим и стелс. Тут ты не видишь, блядь, одного приводу бил, блядь, и стелс, блядь, не там играет какую-то роль, блядь. Я видел когти, зубы. Это поможет. Эй, давайте повнимательнее. Они напали с криками. Кости. Все кончено. Ты жив. Ого, можно было так вот теперь ходку. А, вообще можно было их, блядь, по вот тупо хлопать, блядь. Вообще нахуй. Ой, я провод отбачаюсь за вот этот, за вот этот мой вот этот тюки. Ёкут, мол, блин, корёк. Ну это вообще, ка, блин, пец. Ну я не знаю. Это снова, ка, блин, пец. Ну, не знаю. Ну это поконченная игра, знаешь, тогда я буду говорить. Ну, блядь, вообще, ну нельзя проходить игру. Ну нормально, ты прошел, да и все. Ну, блядь, я вот так и знал, блядь. Не подходите, я предупредил. Конченая, блядь. Конченая и, блин, игра. Хоть я тупо улыбаю, блядь. Да пиздец, всё. Да всё, блядь, там можно не играть. Нахуй там выкинул там гейм, блядь, пад там, блядь. Это можно сделать. Сука, ну и уроды вы, конченые, блин. Отряд Бета, подмога в пути. Да иди его нахуй, блядь. Со своим вот тут рядом, блядь, идти, блядь. Тихо, успокойся.
Расскажешь, что случилось? Я видел... зубы. Они напали. А кто тут лазил тогда, блядь? Тут же гандонов никаких не было. Не видишь, гандонов нема. Пойдем так вот на эту поманю. Вижу ангар. А не, это Вася мой тупованин. Этого мы тоже не тупованим. Можем мы за тупованин. Одна минута и будем внутри. Так что, на меня сейчас обратно нахуй. Ну, давайте же. Такие. Жопу так вот намнут. Кто же это там, блин, какие? А, сейчас повод тихонько. Отсюда должен быть выход. Поделаем. Может, там, откуда они пришли? Ларочка, сядь, сядь, котик наш. У меня нет столько места. Жизни волна, блин, в этой игре очень, очень много жизни. Ну, ствол у меня вообще топчиковый, блин. Ну, положу, что-то, чем его трейдер, который только тушу. Да надо, что мне надо. Нет места. Ничего не могу. Блин, взять. Все Максом, ну ё, кот моду покорю. Что-то давно. Блять, куда мне идти? Еще не могу понять. По-любому где-то идем, все-таки поправлено. С умным, да. Игра классная, очень типа крументая. Очень, ну, позитивная, там, добрая. Блин, чмыри этих, это вы видите, я тупо прибил, ну, с тупо 18-го тупо раза, там, наверное. Господи, сколько трупов. Их убили те твари. Но почему? Фиона, Эбби. Эй, Лара. Я кое-что видела. На Тринити напали какие-то существа. Что? Они шипят и быстро двигаются. Лара, это похоже на легенду про Пиштаку. Ты нас разыгрываешь? Нет, я знаю, что видела. Ты в порядке? Да, я возвращаюсь. Ну что возвращаться? Там был уже ствол такой привет, тупо ваненый, блядь. Вот мамин корёк, как вот Танюха мне говорит. Нет места, ничего не могу взять. Уже сколько всего надо побрали, да?
Ну, поїхали далі. Не знаю, скільки вже я на там дивав. Топчик я понял. Давайте. Люди не маленькие. Я не знаю, яка тут читайна, блин, щось таке є, знає. Навіщо мені цей відповідний без цього? А, може, я щось знаю. О, 4 очков на вот в очку. Ну, так ми зараз будемо прийти побігу два. Ну, тут точно холоводло, пойму. Ні, це мене мови. Давай, це все мене мови. Ну, все, круть. Я не игры. Топчик 8. Традиционный уровень. Блин, реально, что так под эту грузится игра? Ну, не знаю. Знаешь, надо так. Вон и в тех руинах я думаю. Фиона? Ты бач. А вот це вот банду подіти на всі. Не сильно в кайфу. Ну вот грамінфон, я не знаю. Можна телек совсем другого. Ну очень тут классно. Топовый вот, ну вообще компьютер как раз сделан очень качественно, это видно вообще по вот игре, по пикот селям, ну даже вообще по вот графону. Я просто вот могу сравнить с эту игру с вот тут графоном. Блин, я в другую сторону иду. Ну йокот, мой, блин, ну этот корёк. А не это псидор, блин. А такие в нём не было. Я тут вылезти, ну ты тут вылезти. А, можно это взять. Кабздец, ну какой, как кабздец, ну это кабинный пес, типа нормальный кабинный пес. Ну терпеть не могу такие, вообще, ну не тоже терпеть не могу, но нормально, ну не переваривай, ну йогурт на корот. Сторону йду, ну я, ну йо-моё. Що за хер, блядь? Зайди, блядь. Чи я не понял, блядь? Чи хто там допоёбнутый, да. Уши.
Если бы они так летели, ну да, мы там бы не вышли. Блять, мы там бы по-любому не вышли. Блять, придется сука приходить. Эх, ёкот мамлен корёк. Стоп, надо лайер найти, всё, иди на него. Вообще, так, не знаю, наверное, как бы. Никого не надо, что-то вернуть. Стрелы, застрел ты, блядь. А, ну, наверное, за 25 тысяч точно будет. Да не, игра, как бы, классная. Ну, топчика. Нет места, ничего не могу взять. О, где-то мой. Слава богу. Интересно будет, уйдем. Нормальная игра. Что-то она мне немножко зрит. Это жесть, блин. Она не имеет азарта. Что этот привод парень там сильно делал, блин? Я там сидел притуповаленный, блин. Блин, ну знаешь, так не обойдешь, блин. На 100 из 100, блин, раны, наверное, идти, блин. Хуй его знает, блин. Ладно, блин, сейчас посмотрим. Ну, я тут плавал, блин. А что там другое, блин, не... Ну, это понятно. Там у нас уже тупо ларочка. У меня нет столько места. Ну, не будем, блин. Какой-то лайер снова. Ну блин, так это капец вот какой-то. А, так, ну так нормально. Да, так все нормально. Сюда мы идем. Все, значит нормально, если это вот за отгрузка идет. Все круто, бойс. Иона? Мы внизу!
Где он там притупал? Вот тот трушенный Иона. Ну блин, ну и реально, ну где? Так, на 100% уже просто. Так и что дальше делать? Блин, на самом прикол. А. Эй. Я так и знал, что я тут. Вы были внизу? Мы ждали тебя. Как думаешь, что там? Нихуя. На фреске были испытания. Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. Вообще очень жестко. Сейчас обратно тупо начнется жесть. Кто-то нас вот прибьет. Кто-то не вот прибьет. Это очень жестко будет. Ну, не знаю, будем играть. Поехали, Ралась. Лорочка, Челарочка, Крофт. Это, блядь, вниз куда-то идти, наверное. О нем вниз. Ну вот, граммофон у тебя очень клёвый. А ну что, дубьямба. Что за привод комната? Че и сдох где-то тут, блин. Ну че за, блин, теперь, блин, 5 не могу таких игр, блин, которые вообще нету понимающие, говорят, куда тебе надо. Это где я, блин? На каком дупо уровне, блин? Кстати, это где я? Ну что, при вот тут калуйтесь. Ну что, приду покалывать из компьютерной игры, вообще приду покалываться. Надо постанавливаться на том месте, блин, где было. Ты что? Это жесть. Все, я не играю в эту игру. Да не, ну это же где я был.
Да нет, ты сейчас где упал? Сейчас снова, блядь, пойдем по этой хуйне. Вы что, добоходите? Тупо конченые. Вы тупо конченые компьютерная и, блин, игра. Да не, ну это, блядь. Ладно, блядь. Да не, ну что-то это вообще такой предмет, тупо колы, блядь. Вообще жесть открыт, тупо колы, блядь. Ях, блядь, это все заново, вы что тупо гоните, блядь. Сука, что за тупо конченые робот-отбойщики? Блядь, ну тут я уже тут лазер. Да не, ну это вообще жесть от ковника, это пиздец. Ну ладно, блядь, давай сейчас поедем. А, не, это новая, Вайза, это новая, Вайза, это вот компьютерная игра по-любому, блядь, шарит, нахуй. Компьютерная игра, она шарит. Это все новое, это по сосочке новое. А, у меня уже ничего не мало, блядь, туда тянуть. Да не, это новое, это новое, 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 это Вася, нахуй, Вася новая, красавчик, нахуй. Сосочки нам наши. Ай, бочек. Ну и сдох тут хоть, блядь. Блядь, что тут за хуйня, ёпот макарёк. Ну да. Блядь, да что тут сделать надо, если честно, мне тут по шару, сука, типа Вайса. А что солнышко нам скажет? Так что нам тут скажут? Ну, никто это не скажет, блядь. Не знаю, бить с его звуком. А хуй его знает, блядь. Да нихуя тут нема, блядь. Не, я пошел по новой. Да, это по новой. Блядь, так а что тут делать? Ну вот ты приехал, ну хуй его знает, вроде бы ты крупный тощик, а ты по дяде. Блядь, да не хочу я туда, сука, ну ёб, ёкот макарёк, сука, Dark Souls, блядь, сука, играйте, блядь. Сука, да улюбите Дарку, нахуй, блядь. Блядь. Даже быстро, блядь, шары, блядь. Дарку любите, Дарк это жесть, да. За хуй надо здесь, блядь, припасть, нахуй, хуй его знает, это ты, блядь. Посмотри, это, блядь, сука, это пиздец, блядь. Ну, давай, любойся, нахуй, привыкни. Момент дергается, ну блядь, я вижу, что компьютерная игра, ну блядь, компьютерная игра вообще, ну попробуй, ну блядь, когда она не ездит, она не ездит, ну вообще, если она не ездит, ну ёкот, ну что, ну сейчас сюда вот заявится.
Ну хрен его знает. Ну ладно, я здесь вот зашел. Иона, очень круто. Я оказалась в какой-то пещере. Судя по всему, тут были люди. Иона? Слава богу, что хоть вы в этой пещере. Я вот отказалась. И что мне делать? Хрен его знает. Я честно, блядь, я то, что там, ну, нормальный там тут там ривень, не знаю. Ну, там дуже там нормальный ривень, но мне это важно. Ну и шо, блядь, обратно плавать и смотреть на эту хуйню. Да не, нахуй оно мне надо, блядь. Блин, я люблю, не знаю, соус. Я чисто, блядь, честно, вот, думаю, люблю соус, типа, игру, блядь. Мне это за, блин, дрочит. Мне это реально, я думаю, говно за дрочит. Блядь, нормальная игра, ну, хрен его знает. Ну, кто, ну, что, ну, шо, куда идти? Ну, ёкот мак, вот тот корёк, блядь. Что дальше? Тех вот кустов у меня, блядь, 154 тысячи штук, нахуй, блядь. Так что мне, блядь, смотреть, наверное, на них, блядь. Ну и что дальше, блядь? Ну что дальше? Мне смотреть на эту Лару Крофт? Вот туда, я знаю, так я знаю, ну и что, блядь? А. Таёк макарёк, блядь. Не знаю, блядь, честно, может я Джиту побил, нахуй. Блядь, не знаю. Конченая игра, всё. Буду, блядь, я тоже игру когда-то, блядь, хей, конченая. Ну, конченая игра. Ну, я не... Конченая, тупо конченая. Можно ее смотреть раз 100. Это конченая, и, блин, игра это вообще, ну не тупая игра, это конченая игра. Самая конченая, бля, Васина. Ну, надо у нас туда путь идет. На все за это подписывать, блядь. Хуй, блядь, простыш, как туда пройти? Ну, я не знаю, может, я приду поваленный. Нет, все. Эта игра закрывается. Кстати, сколько я получил приду по зову? А, я получил какой-то приз один. Вообще, это и тупо халабуды. Тупо редкий приз еще, кстати. Словно тень. Короче, нет, у меня это поважно. Не, все, блядь, жесть. Я терпеть не могу такие, блядь, нормальные игры. Кстати, Нёх вообще тоже нормальная игра. Не.